ушел из жизни известный украинский композитор. В Украине скончался известный композитор, профессор Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского Лев Николаевич Колодуб. Мэтр оставил после себя богатое творческое наследие. Множество симфонических и оперных опусов, балеты, мюзиклы, концерты для различных инструментов, вокальную музыку. Особое место в его творчестве занимает Тарас Шевченко. Колодуб в своей карьере успешно сочетал активное композиторское творчество с педагогической и общественной деятельностью. Министерство приносит свои соболезнования родным, близким и коллегам Колодуба. Благодарю вас за просмотр. Пишите ваши комментарии, делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях, подписывайтесь на наш канал, не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!